в день 70-летия Великой Победы в Ясско-Кишиневской операции, победа, которая действительно вошла во все учебники, как одна из самых удачных, самых смелых, самых дерзких военных операций Советского Союза, в этот день я хочу сказать вам, дорогие мои приднестровцы, никогда не снимайте свои ноги с плиты, которая удерживает нацизм. Держите плотно эту ногу. Не давайте ни одной щели, чтобы эта мразь снова вылезала на свет, чтобы она начинала размножаться. Потому что потом снова придется платить большой кровью. Держите мир на своей земле. Стойко отстаивайте его. Помните каждую каплю крови, которая была пролита с вашими дедами и бабушками, для того, чтобы не пролить новую кровь. Слава Великой Победе! И вечная память тем, которые заплатили своей жизнью за наши с вами мирные дни.